дети, где вы были 9 мая? Мы на площади были. Я была на площади Ленина. Там концерт смотрели. И мы тоже. Мы были здесь, на площади Ленина и Пожарского. Да. Смотрели парад. А вы салют. Кто где еще был? Дома был. На заводе были. На крыше сидели. Хотелось бы мне сходить на Минину, но ноги не ходят. Всегда ходила, а в этот раз нет. Но дом отдыхала. Проходили парад. Вы были участником парада? Да. У меня у жены был юбилей, 55 лет. Были гости. Ну, сидели, отметили, естественно. Знаете, бухнули, естественно. Ну, на митинге районом день 9 мая. Что, целый день, что ли, на митинге? Ну, почему целый день? Остальное дело работа. С утра работаем, потом работаем. Я фермер. Сидела вот здесь на кошке. И что делали? Избирала, сынок. Что делали? Избирала. Просил милостину. Ну как провели? Очень хорошо. Походили, погуляли, посмотрели. Нам все понравилось. И папе понравилось. Потому что все-таки 50 лет это 50 лет. Это же жизнь. Ходил с мужем на кладбище. Он у меня инвалид войны. Но я дожила вот до 50-летия. А в возрасте Динак Ван 3 года не дожил. Как хотелось дожить ему, а не дожил. На даче были. Землю копали, да. Сад, огород. С женой на набережной были. С дочкой, с женой. Великолепно провел. Ходили на салют. Пожалел, что ходил. Нужно было смотреть из дома. Чуть не задавили. С детьми опасно ходить на такие мероприятия. Я провела одна, слезы плакала. Жалко было и молодость, вспомнила все хорошее, все. Никак не отмечал. А почему же? Никак. А почему так? Это же наш праздник. Какой теперь праздник? Извините. Были здесь на площади. Я вам скажу, было настолько все организовано, молодцы. И правительству нашему, все, и людям, которые отнеслись к этому. Очень хорошо. Спасибо. Кто сказал, все сгорело дотла? Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя. Здравствуйте. Вы не представляете, как мне было приятно ходить сегодня по Большой Покровке и спрашивать ветеранов, и не только ветеранов, о том, как они провели 9 мая. И приятно было потому, что ответы все были, но абсолютно без злобы. Они были какие-то светлые, какие-то веселые, как, собственно, и сами эти люди. Наверное, получился праздник. И не наверное, а точно, потому что все объяснили причину, почему так было хорошо. Хорошо было потому, что ветераны на этом празднике у вас были главными. Главными действующими лицами, главными героями. К сожалению, ведь не везде так было. Особенно, вот, например, в Москве, там, где шли официальные торжества. Я не знаю, как вы отнеслись к тому параду на Красной площади, который был 9 мая. Мне показалось он странным. Странным потому, что, конечно, те, кто шли по Красной площади, герои, победители, они имели на это право, и не только право, они выдержали конкурс, чтобы попасть на этот самый парад. Но так быстро, под этот самый сумасшедший ритм, под этот марш, зачем? Мы даже не успели разглядеть их лиц, не посмотрели им в глаза, не успели подумать, что было 50 лет назад с этими людьми.
Ну, бог с ними, в конце концов. Они сами, повторяю, выбрали для себя такой вид празднования этого юбилея. Но кому они показывали свою молодцеватость? На кого они равнялись? На то нынешнее политбюро, которое стыдливо завесило имя своего партийного вождя какими-то зелеными, значит, листиками, с привычным жестом глядело на этих самых замечательных людей. Ведь это те самые люди, которые фактически лишили сбережений тех самых ветеранов, которые шли мимо мавзолея. Лишили их возможности достойно жить, платя им такие пенсии, которые хватает только на хлеб. Это те самые люди, которые развязали чеченскую трагедию и заставляют и сегодня стрелять друг друга внуков тех, кто опять же шли мимо мавзолея. И в то же время за несколько сот метров на Тверской улице на альтернативной демонстрации можно было запросто купить или даже просто бесплатно получить фашистские листовки. На это как бы никто не обращал внимания. Это в день-то 50-летия. Ну да бог с ним. Были, в конце концов, эти в Москве места, где, опять же, ветеран, победитель был главным действующим лицом. И вот таких людей я сегодня и покажу вам. И первый мой адрес был, как ни странно, Останкино. Вы скажете, как в Останкино есть? Да, есть там приличные, порядочные, достойные люди. Их мало, но они есть. И это не те, кто считает нас с вами и ту страну, где мы с вами живем, страной дураков, превратив практически Останкино в некое благодатное поле чудес, где можно еженедельно снимать богатый, хоть и зеленый, но богатый урожай. Есть люди, для которых Останкино – это родной дом, честь и достоинство которого они не посрамили все эти годы. Это прежде всего Герман Седов, для которого война кончилась не в 45-м, вернее, та-то война кончилась в 45-м, но началась другая – война за правду на газетной полосе, за правду в радиоэфире, наконец, за правду в эфире телевизионном, за правду о той войне, за правду, например, о той колоссальной помощи, которую оказывали нам наши союзники по антигитлеровской коалиции. Та помощь, которая приблизила нам эту самую победу. Море. У каждого оно свое. То ласковое и нежное, то как рабочее место привычное и будничное, или при первом свидании романтическое, загадочное. У каждого свое. Вот это мое холодное северное море я не видел с войны. И воспоминания обрушиваются, как беспорядочный обвал, смешивая и страх, и радость, и тоску, и надежду. Из потока этого память выхватывает то одно, то другое, пытается выстроить все в какую-то череду, в какой-то ряд. Вот я стою на самом носу корабля, привязав себя к гюйштоку, чтобы не смыло. И сквозь хлесткие удары волны, сквозь слепящий ветер, хочу увидеть то, что должен увидеть вперед смотрящий. Справа по борту курсовой 15 градусов, дистанции 7 кабельтовых, плавающий предмет, ору в сторону мостика. Что это? Мина? Мертвец пропавшего корабля, а может, судовой плотик, плотик надежды. Жестокий шторм он и противник наш извечный, и спаситель в то же время. В такую волну не всплывет немецкая лодка. Вот какое оно наше море. Как сложилась судьба ваша, Герман Петрович, после войны? Когда вы сошли с корабля в последний раз? В 47-м году. В июне месяце, число не помню. Случилось так, что я во время шторма тонул на собственном корабле. Долго рассказывать, меня просто забыли. Я был вперед смотрящим, привязался к этому гюйштоку. Начался шторм, и обо мне забыли. Вот. Ну, а потом я уже раз погрузился корабль, два, там, три, четыре. Дальше я не помню, очнулся в лазарете. В результате тяжелейший туберкулез через какое-то время. И таким образом моя военная карьера не состоялась.
Хотя корабельная служба в моей фамилии, она традиционна. Я как-то посчитал, что прадеды, деды, ну, я грешный брат и племянник, и еще, так сказать, ближайшие родственники отдали флоту русскому больше 100 лет службы. Вот сюда, на Бакарицу, 31 августа 41 года пришло первое судно первого союзного каравана. Путь караванов в Россию лежал через Атлантику, Арктические воды, в Белое море к Архангельску или в Кольский залив на Мурманск. Можно было выбрать маршрут через Иран, но он длиннее, а плохие дороги задерживали бы доставку грузов. Был и третий путь через Владивосток, через огромную Сибирь. Главным выбрали первый. Он был самым коротким, но и самым опасным. Подводная лодка не имеет права потопить или вывести из строя судно, предварительно не обеспечив безопасность пассажиров, команды и судовых документов. Из протокола Международной морской конференции, подписанного Германией. Адмирал Дениц. Преследуйте, атакуйте, топите их всех. Вперед, мои небритые мальчики. Волчьи стаи германских подводных лодок рыскали повсюду, особенно на последнем этапе пути. Пароход примерно по мидель погрузился в воду. Вышла носовая часть, полубак весь вышел из воды, по киль. И в этот момент, очевидно, какие-то перенапряжения сил произошли в корпусе судна. Пароход издал ни с того ни с сего, без участия, как говорится, человеческих действий. Загудел паровой свисток. Мощный, прощальный был гудок. Смерть в торжественном молчании. Только потом из-под воды слышался долгий зловещий гул. Взрывались раскаленные котлы. Другие жалобно стонали сиренами, гудками. А разломленные пополам корабли сдвигали над волной свои мачты, словно руки. Корабль умирает, а у людей еще остается надежда. Их надежда, их жизнь в шлюпке, в плотике или в случайном бревне. Их надежда на товарищей, на чудо, на Господа Бога. Об этой морской войне замалчивалось, чтобы преуменьшить значение помощи союзникам. В конце войны был сделан документальный фильм, но его запретил к показу сам Сталин. Конечно, зачем ему было делиться своей победой с кем-то? На наших аэродромах, в том числе и на флотских, стали появляться английские самолеты «Харрикейны». По фронтовым дорогам пошли американские грузовики «Студебеккеры» и всюду проходимые «Виллисы» и «Доджи». Кстати, их было поставлено почти 376 тысяч. Это плюс к нашим 35 тысячам машин. А пенициллин, о котором впервые узнали наши врачи раненые, а та же банка тушенки, проделавшая путь из-за океана. В 11 миллиардов долларов оценивалась тогда помощь по ленд-лизу.
Они привозили не только оружие. Ну, конечно, шли и танки, шли и самолеты эти харкейны, и вот то вооружение, о котором я говорил. Но все свободные места забивались продовольствием. Часть этого продовольствия шла, конечно, сразу же на фронт, но часть оседала и у нас на севере. Помощь была все-таки ощутимая. Пора сказать правду. Правду, конечно. Караван PQ-17 блуждает еще в океане среди причудливых айсбергов. По черной воде медленно дрейфуют мертвые корабли. Но они идут уже не в порты назначения. Караван входит в историю, в политику. Мы сами для себя грустно шутим. Мы останки Останкина. Когда, так сказать, нас одолеет судьба, или наоборот, мы вытащимся каким-то образом. Сейчас у нас положение чрезвычайно сложное. Ну, меня отбирают эфир, отбирают передачи, сокращают людей, лишают техники, но мы стоим. Странная вещь. При коммунистах действительно можно было о войне рассказывать только одно. Это победы, салюты, рапорты и так далее. Нельзя было рассказывать ни о сотнях тысяч до сих пор не похороненных солдатах, нельзя было рассказывать о советских концлагерях, которые мало чем отличались от фашистских, куда практически все, кто попадал в плен, либо кого угоняли на работу в Германию, возвращались, минуя свои дома. Нельзя было об этом говорить. Прошло время, вроде бы не коммунисты у власти. Тем не менее, и сегодня говорить об этом запрещено. Во всяком случае, так было во взгляде, когда мне из Германии прислали письмо с радостной вестью. Настали, случайно нашли гестаповский архив с фамилиями советских, бывших советских граждан, которые работали в Германии и погибли там. Я рассказал вам об этом. И тогда было огромное количество писем со всей страны. Ну, более, наверное, 10 тысяч писем, где спрашивали люди: скажите, а что за фамилии там? Может быть, там наши родственники? А что было потом с этими письмами? Ведь вы не знаете, а там ведь были письма и ваши, письма нижегородцев. Вы не знаете об этом, потому что взгляд к тому времени, когда я уже съездил в Германию и сделал сюжет, был уже закрыт. Так вот, об этом знают только в Сибири, где был взгляд из Новосибирска, а теперь узнаете и вы. Та история, которая началась в начале 90-го года с письма во взгляд из города Рекменхаузена, Федеративная Республика Германия. Письма, которое послала преподавательница, учительница Варвара Каймер и группа западногерманских школьников. Письмо рассказывало, что они случайно наткнулись на архивы времен Второй мировой войны. В архивах этих они нашли документы, которые рассказывают о том, как сложилась судьба некоторых рабочих, некоторых советских граждан, которые были угнаны в Германию во время войны. Поэтому мы едем в этот город, Рекменхаузен, для встречи с Барбарой Каймер и для того, чтобы отдать все те письма, которые вы прислали к нам. Письма от тех, кто имеет либо имел родственников, угнанных в Германию во время Второй мировой войны. Город Рекменхаузен находится на севере Германии, примерно в 40-45 минутах езды от Дортмунда или в 2 часах от Франкфурта на Майне. Школа, где работает Барбара, это даже не школа, а целый школьный городок с отдельными зданиями для учебы, отдыха и занятиями спортом. Барбара преподает в старших и младших классах. Преподает биологию и химию. Ну, а теперь о главном. Барбара Каймер на самом деле Варя Каймер. Это имя дала ей мама, русская, которая познакомилась с будущим отцом Вари, немцем, во время войны. Варя родилась в Германии, училась в немецкой школе, потом стала учительницей. Вместе со своими коллегами-антифашистами и старшими школьниками они тщательно готовились отметить 50-летие со дня начала Второй мировой войны. Ребят настолько захватила эта работа, что они сами стали рыться в самых разных архивах. И вот тут-то случайно и наткнулись на ящик с 1147 карточками. Разобрали их и поняли, что это касается нас.
Обращались в разные организации и у нас в стране, и в Германии, но никто этими документами не заинтересовался. Тогда-то у них и родилась идея позвонить нам во взгляд, а потом и прислать письмо. Ну, а дальше вы практически все знаете. Это письмо я прочитал вам с экрана телевизора, и вот все ваши ответы спустя почти год после этой передачи я наконец-то привез в город Рекменхаузен. По телефону мы договорились встретиться с Барбарой и ее другом Гансом у нее в квартире. Мы очень хотели поговорить и с теми ребятами, которые нашли архивы. Но, к сожалению, этого сделать нам не удалось. Потому что, когда ребята писали нам письмо, они действительно были школьниками. Сегодня же они кто где, кто в армии, кто продолжает учебу в университетах, кто вообще уехал из страны. А Варя, Барбара, учит следующий поток. Об этом она рассказала нам, когда мы готовились к съемкам. А жаль, что мы не застали ребят, но зато мы наконец-то встретились с тем гестаповским архивом, о котором так много слышали, но увидели впервые. После вашей передачи «Взгляд, не нахожу себе места». Вы сказали, что можно к вам обратиться, чтобы узнать о судьбе родственников бывших в оккупации во время войны в Германии. Дело в том, что есть у нас в нашей семье незаживающая рана. Мы не знаем ничего о судьбе родной сестры, моей мамы, моей тети. Вот таких писем пришло после нашей передачи более 1000. И это не расхожий журналистский штамп, если я скажу, что практически нет такого города, из которого бы такие письма не шли. Хотя мы обращались в основном к тем, кто живет на Украине, потому что тот архив, о котором идет речь, имеет отношение к украинским городам. Тем не менее, мы все эти письма привезли сюда. Но прежде чем я дам слово нашим уважаемым хозяевам, я могу сказать, что не без дрожи беру вот эти документы. Я беру наугад. Вот это тот самый архив, о котором мы говорили. Это архив времен Второй мировой войны. Архив, найденный в этом городе. И вот, например, что здесь написано. Значит, такую таблицу старательно заполнял немецкий клерк в 1942 году. Что здесь написано? Толкашов Филипп. Значит, он прибыл сюда из Степановки Пилского района Курской области. 14 января 92 года, дата его рождения. И так далее. Все это заполнено. Я взял эту бумагу специально, потому что теперь наша общая задача, это соединить вот эти бумаги, заполненные гестапо. Да, это местное отделение гестапо заполняли, или... Ага. Тут даже паспорт есть. Толкачев Филипп Петрович, 1892 года. Судьба этих людей в основном неизвестна. Тем не менее, мы сейчас, не сейчас, конечно, это делать долго и кропотливо, будем делать все, чтобы соединить теперь вот эти документы, ваши письма с просьбой найти этих людей, которые были угнаны в Германию, и данные об этих людях, вот этот вот архив времен Великой Отечественной. Я просто потрясен, что эта тема волнует стольких людей в вашей стране, что она нашла такой огромный отклик. Я, честно говоря, не знаю, сможем ли мы перевести все эти письма и их проанализировать. Возможно ли, что русских, угнанных и умерших здесь, миллионы, а тех, о которых мы могли бы что-то узнать, самое большое 10 тысяч. Ведь сейчас-то в нашей картотеке всего 1000 имен. Хоть и большой архив, если иметь в виду этот город, но ведь архив маленький по сравнению с тем огромным количеством людей, которые были угнаны у нас в Германию. Их история неизвестна, их архивов пока нет. Можно ли сделать вот эту вот вашу инициативу на уровне вашего города всегерманским делом, чтобы так же, как твои школьники, школьники других городов попытались найти эти архивы и все это объединить, все это заложить в один компьютер. Мы знаем, что есть люди, которые занимаются этим делом по собственной инициативе, как бы подпольно. Но мы знаем также, что есть специальный комитет в Кёльне, который занимается работой с теми фирмами, где работали подневольные рабочие. Работали из всех стран мира. Комитет занимается этим, чтобы возместить этим людям ущерб. И моральный, и материальный. Возместить материальный ущерб их родственникам, которые, может быть, еще живы. У нас есть сведения о людях,
которые живут во Франкфурте, которые знают огромное кладбище русских военнопленных и угнанных для подневольного труда. Мы еще с ними не контактировали, но попробуем, ведь должны же быть какие-то документы. Дело в том, что общественность не проявляет интереса к этому. Нет никакого финансирования, нет поддержки расширять эту работу, а ведь это огромная работа. Ведь есть же уже приговоры суда, например, в отношении фирмы «Сименс», которая отказалась от претензий одной польской угнанной. Но мы верим в победу. По всей видимости, большинству из авторов этих писем вы будете отвечать примерно следующее. Мы получили ваше письмо, извините, но в наших архивах никаких данных о ваших родственниках нет. Это что, значит, что для этих людей последняя надежда вместе с вашим ответом умрет, им больше не на что надеяться? Есть ли надежда, что еще, может быть, в других архивах, может быть, какие-то концы можно будет найти, судьбы это проследить или нет? Недалеко от нас есть город Боху. И мы знаем, что там есть архив всех шахт. Но нас туда категорически не пускают. Ведь это настоящее счастье, что этот наш ящик оказался здесь, в Рекенхаузене. Потому что в лучшем случае мы можем получить только общие данные, например, количество и национальность людей, работавших на шахтах, но даже не их имена. То есть у меня нет уверенности в том, что затеянное нами дело не принесет снова больше разочарования, если не горя, чем радости. Главное дать понять всей Германии, что есть еще нерешенные проблемы в истории отношений наших стран. Мы хотим доказать нашей общественности, что у нас есть еще долг перед тем народом, жизнь которого мы исковеркали и заставили работать на нас, как рабов. На этом камне высечены слова. Здесь похоронено 68 человек, советских граждан, павших в фашистской неволе. И практически имена каждого выбиты на могильных плитах. Но об этом кладбище, как и о многих сотнях таких же, расположенных на территории Германии, не знают в нашей стране. Как, впрочем, не знают и родственники похороненных здесь о том, что они имеют право не только приехать сюда и поклониться праху родных, или, говоря сухим юридическим языком, имеют право на возмещение морального ущерба. Они имеют право на возмещение ущерба материального. Потому что найденный архив – это еще и повод для возбуждения судебного процесса против тех фирм и компаний, которые использовали рабский труд наших сограждан во время Второй мировой войны. И в случае успеха родные могли бы получить серьезную сумму, ведь, учитывая проценты, за 50 лет, даже за несколько месяцев принудительного труда, компании будут обязаны выплатить минимум 20 тысяч марок за человека. Наверное, эти подсчеты кому-то покажутся кощунственными. Как же получать деньги за мертвых? Но ведь принимаем же мы так называемую гуманитарную помощь из этой же самой Германии. И вряд ли кто-нибудь задумывается над тем, что помощь эта и вообще весь этот высочайший уровень жизни в какой-то степени заслуга и тех наших сограждан, чей рабский труд был здесь использован. И когда начинаешь задумываться над этим, становится ясно, что еще далеко не все страницы истории Второй мировой войны заполнены до конца. Кто этим будет заниматься? Частично мог бы взгляд. Но нас, неугодных партийному руководству, лишили такой возможности. А кто еще? Я не знаю. После возвращения из Германии я передал все эти списки, все то, что было заложено в компьютер там, в Германии, тогдашнему председателю Верховного Совета Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину. Я надеюсь, что эти документы сыграли какую-то роль тогда, когда Ельцин уже в качестве президента был в Германии, и они общались с Колем. И вы помните, что федеральное правительство Германии какие-то субсидии выделило для выделения вот на эту самую помощь. Но я, к сожалению, не знаю о том, дошла ли эта помощь конкретно до тех людей, которые писали в том числе письма и мне во взгляд. Может быть, сейчас вот у телевизора сидит тот человек, который эту помощь получил. Я вас очень прошу, напишите, пожалуйста, мне, я с удовольствием об этом расскажу, с удовольствием, потому что, ну, нужно же и эту страницу Великой Отечественной войны дописать до конца.
история Великой Отечественной войны. Ведь дописана, например, страница этой самой истории в отношении маршала Победы, как его называли, Георгия Константиновича Жукова. Установлен памятник в центре Москвы, прямо у исторического музея. Не буду вдаваться в то, как он сделан. У меня есть, так сказать, свои соображения. Я питерский, я привык, так сказать, к другим, скажем так, изображениям лошадей. Но бог с ним, не об этом сейчас разговор. Но то, что эти два памятника рядом, я имею в виду памятник Жукову и памятник неизвестному солдату, по-моему, глубоко символично. Я имею в виду цифры потерь. Вот смотрите, как опять сейчас перед этим самым празднованием юбилея Победы стали снова муссироваться цифры. Опять же, 20, 27, заявлена какая-то официальная цифра. Историки опровергают, что 40 и так далее, и так далее. 40 миллионов. Но простите, это ведь каждая из этих цифр мною, например, воспринимается как оскорбление русского солдата, российского солдата. Ну что, мы плохо воевали, если мы положили 4 своих солдата за одного немца? Да, конечно же, нет, ведь мы же все-таки победили. Вот, по-моему, очень правильно, что стоят эти два памятника рядом. Миллионы, они неизвестны, но они совершили подвиг. И стоит рядом человек, который кто? Он маршал Победы или тот человек, из-за которого погибли эти самые миллионы? Конечно, скажете вы, это передержка, не может быть, но разве мы не знаем случаев, когда города, мы, естественно, из газет, из книг, а вы, ветераны, если вы смотрите сейчас эту передачу, может быть, и на своем опыте, разве вы не помните, когда города или поселки брались там к дню рождения Сталина или к какой-нибудь годовщине очередного там Октябрьского переворота и так далее? Ведь было такое, и сколько полегли тогда напрасно. Но сегодня разговор не об этом памятнике. Я был на открытии памятника другого. В 50 километрах от Москвы есть такой поселок, Софрино. Там, кроме меня, с телекамеры не было практически ни одного журналиста на открытии этого самого памятника, потому что памятник маленький, такой какой-то свой, уютный, деревенский. И создан он на средства тех людей, которые там жили. Зачем? Об этом в следующем сюжете. Но удивительно, вот как бывает, все как бы ходит по кольцу. Тот человек, первый человек, с которым я встретился у этого самого памятника, говорил именно о Жукове. Ну как, они вот с войны пришел отец когда, да? Ну они как, приходят, а, Паша на отца Жукова, вот, а он, ну чего, Гриша, как дела? Они так друг друга называли, друзья. Это было в Венгрии, вот, они взяли город, ну, Венгрии город. Вот. И там, значит, наш раненый, ну, госпиталь там был. Вот. В этом госпитале, что, значит, ну, лежали. Потом немцы отбили город, забрали, госпиталь, все забрали там. И нашим военным, ну, солдатикам, короче, такие же, как вот сейчас вот солдатики, все. Вот. Кому там рот кипятком заливали, глаза выкалывали. Немцы, да? Не немцы. А венгры? Венгры? Венгры сами. Мирное население. Понимаешь ли? Вот. И все это, вот, кто мог уйти из госпиталя, ну немцы отбили, взяли все. Кто мог из госпиталя уйти, тот ушел. А кто не мог, тот не ушел. Вот, вот им заливали все. Ну, приехал вот Жуков. Вот. Дал указание. Старик 90 лет, убивай. Кошка бежит, убивай. Собака бежит, убивай. Всех подряд убивай. Потом. Вот. Ну вот что, смотри, так и сделали. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови настояние Твое победы, о сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Господу помолимся. Господи, помилуй! Создателю и содетелю человеческого рода, дателю благодати духовной, от сам Господи, пошли Духа Твоего Святаго с Вышним благословением на памятник сей. Якода вооружен силой небесного заступления, помощен будет к телесному спасению и помощи о Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Благословляется
и освящается памятник сей благодатью Пресвятаго Духа, окроплением воды сия священные. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Были голодные, голодные. Ну, так сейчас-то лучше же, чего же плакать-то? Мы без слез не можем. Лучше, теперь мы не можем, у нас как... Все больные. От музыки заиграли, это без землянки темно. А что вы думали, там было хорошо, что... Я вот на военном заводе работала, мне 80 лет. Я имею 2 медали, больше ничего. Ну, что эти медали дают? Ничего. А памятник этот зачем вам тогда? А как же не поминать? Надо обязательно. Давно бы надо поставить эти памятники. Нас, стружников, ты в обидели. Сунули нам по 1500. Это что такое? А вы знаете, как мы работали в то время? Вот я с 18 года, война началась, мне 24 года было. И день, и ночь пахали, и не жравши, и не пивши. 24. Вот. Я 14 лет пошла на военный завод, мины делала. Ну, работали по 12 часов. И сколько мы труда перенесли, 12 сколько всего. Так вот и надо было вместо памятника вам денег дать. Нет, нет, не надо мне деньги. Как это? Денег мало и денег не надо. А, не надо, нам никогда где не логика-то? Хватит. Нам никогда не хватит денег. Нам никогда не хватит. Ну, пока и дороговизна, нам ничего. А этот памятник будет памятник. Наши отцы, они завоевали родину, они нам дали жизнь. Все, мы живем свободно сейчас. И ради их, почему не обязаны сделать это? Мы обязаны... Вы, наверное, миллионером стали после этого? Да нет, я миллионером не был, никогда не буду. Ну, этот памятник, он какой большой. Ну, памятник большой, он не особо большой. Ну, честно, сколько получили-то? Я ничего не получал. Как это так? Что, бесплатно работали? Значит, не надо ничего. Я ради того, что мне ничего не нужно. И бесплатно делали этот памятник? Бесплатно делали. Ну, это как-то совершенно не по-современному это. Сейчас все деньги зарабатывают, а вы бесплатно памятник. Ну, пусть зарабатывают, кому-то надо, пусть зарабатывают. И пусть он этими деньгами, как говорится, куда не играет роли. А мне не надо денег. Ничего, я сделал. Я ради, чтобы народ будет ходить смотреть. Сегодня миллионы еще, не так уж, может быть, эти миллионы, но очень много людей, прошедших вот это кровавое месиво, вот, остались обделенной судьбой. То есть практически я думал над тем, что вот по ночам, правда, думаешь, что вот боролись с 17-го года, и гражданскую прошли, и Великую Отечественную, и эту страшную коллективизацию, и все эти гулаги, и все это не одно поколение, которое положило свои жизни на плаху во имя будущего, вот будущего, а будущее у каждого новое поколение, а то, оказывается, поколение уже тоже свои головы клало во имя будущего, и вот эта дурная бесконечность во имя будущего, будущего, светлого, доброго, но из всей вот этой веры, вот русского человека, веры в светлый завтрашний день, вот эта кровавая стезя, война 41-45 года, она наиболее вот таким кровавым рубцом прошлась, косой по всей нации. Я вот сегодня увидел этих ветеранов, этих участников, работников тыла. Вот к чему они пришли, к этому будущему? Я понял, что у них ничего нет. Им дали какие-то вот эти медальки, им даже не прибавили вот этим софринцам никакой денежной заработной платы. Им бы положить в тарелку, действительно, я понимаю. Лучше бы, может быть, с этого памятника, скажем, каждому дать там по 100 тысяч.
Может быть, больше даже, и это, может быть, и продлило его жизнь. Но мне кажется, что что-то все-таки вот в душе русского народа, в своеобразии русского человека, вот заложено то, что выше измеряется вот этой похлебкой, выше этой тарелки, выше этой чечевицы. Все-таки я смотрел сегодня на эти глаза ветеранов, и они молодые, они все просветленные, они все говорили спасибо, они все, для них сегодня это святой день. И вот во имя вот этого дня, мне кажется, стоило это сделать. На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Тридцать восемь песен о войне написал Владимир Высоцкий. Ни одно из них не звучало по официальному радио и телевидению 9 мая. Не звучало официально. Зато практически в каждой семье, где есть магнитофон, звучал голос Высоцкого. И последним местом, куда я пошел 9 мая в Москве, это был почти родной для меня дом Владимира Высоцкого на Таганке. Туда приходили все, кто хотел. Можно было прийти туда с семьей, можно было прийти одному. Можно было получить там котелок с солдатской кашей, 100 грамм, сесть под крылья когда-то грозного истребителя, либо на ступеньку полуторки, которая тоже была поставлена во дворе этого дома, и слушать песни Высоцкого. Небо этого дня ясное, но теперь в нем броня лязгает. А по нашей земле гул стоит, и деревья в смоле грустно им. Дым и пепел встают, как кресты, гнезд по крышам не вьют, аисты. Комитет помощи России в войне из Сан-Франциско попросил его выступить на митинге. Митинг был назначен на следующий день. Я тотчас сел в вечерний поезд и прибыл в Сан-Франциско в 8 утра. Зал, вмещающий 10 тысяч зрителей, был переполнен. На сцене сидели адмиралы и генералы вместе с мэром города. Речи были весьма сдержанными и уклончивыми. Мэр, в частности, сказал, мы должны считаться с тем, что русские наши союзники. Наши союзники не больше, чем случайные знакомые. Вот какое отношение к русским я почувствовал в тот вечер. Председатель комитета просил его, если возможно, говорить не менее часа. Я торопил, моего красноречия хватало самое больше на 4 минуты. Но, наслушавшись глупой пустой болтовни, я возмутился. Он вышел в смокинге с черным галстуком. Раздались аплодисменты. Это мне позволило как-то собраться с мыслями. Выждав, когда шум поутих, он произнес лишь одно слово. Товарищ. И зал разразился хохотом. Выждав, когда смех прекратится, он повторил. Именно так я и хотел сказать, товарищ. Опять смех и аплодисменты. Выждав, когда шум прекратится, он продолжал. Я надеюсь, что сегодня здесь много русских. И зная, как сражаются и умирают в эту минуту ваши соотечественники, я считаю за высокую честь для себя назвать вас товарищем. Началась овация, и многие встали. Я не коммунист, но я человек. Я знаю, что испытывает человек.
Коммунисты ничем не отличаются от других людей. Когда они теряют руку или ногу, им так же больно, как и нам. Они страдают, как и мы, и умирают, как и мы. Мать коммуниста такая же мать, как и другие. Когда она получает трагическое известие о том, что ее сын не вернется, она рыдает, как рыдают другие матери. И не надо быть коммунистом, чтобы понять это. Надо быть человеком. Сейчас, в данный момент, русские матери рыдают, а их сыновья умирают. Он говорил 40 минут, каждую секунду, не зная, о чем будет говорить дальше. Я слышал, что на севере Ирландии у союзников томятся без дела 2 миллиона солдат, меж тем, как русские одни противостоят 200 дивизиям фашистов. В зале наступила напряженная тишина. А ведь русские наши союзники, не правда ли? И они сражаются не только за свою страну, но и за нашу. Давайте немедленно откроем второй фронт. Поднялся дикий шум, продолжавшийся минут 7. Он вслух высказал то, о чем думали, чего хотели сами слушатели. Они не давали мне больше говорить. Они кричали, аплодировали, бросали в воздух шляпы. Когда публика наконец успокоилась, он сказал: если я вас правильно понял, каждый из вас не откажется сегодня послать телеграмму президенту. Будем надеяться, что завтра он получит 10 тысяч телеграмм с требованием об открытии второго фронта. Демократия погибнет или восторжествует на полях сражения в России. Мы не можем потерять Россию, потому что там проходит последняя линия фронта защиты демократии. Когда рушится наш мир, наша жизнь, наша цивилизация, мы обязаны пойти на риск. Если мы будем бдительны и сохраним мужество, нам нечего бояться. На этом митинге между Чарли и его слушателями царила полная гармония. Первая Володина песня о войне — это всего третья песня в его жизни. Его еще никто не знал. Это было в Ленинграде. Это была осень, начало осени 61-го года. И Володя написал, не видевший войны, не видевший Ленинграда. Володя написал: я вырос в ленинградскую блокаду, но я тогда не пил и не гулял. Я видел, как горят огнем бадаевские склады. В очередях за хлебушком стоял. Да. У каждого есть свои пристрастия. Для меня самые дорогие песни Высоцкого – это песни о летчиках. Может быть, потому, что одна из них была написана буквально у меня на глазах. Рядом дети спят, которых боязно разбудить. И он вскочил и сел к столу, держа в левой руке гитару. Он не касался струн, чтобы не разбудить детей. И только слегка пальцы левой руки шелестели по ладам, как бы воображаемая музыка. И не зажигая света, на обрывке бумаги он стал писать, как будто продолжение вот той песни. Там было: иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было 8. И вот с этого он начал. Их 8, нас 2. Расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Серега, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину. Мне цифры теперь не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит, и шансы. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит, и шансы равны. Мне в хвост вышел мессер, но вот задымил он, надсадно завыли винты. Им даже не надо крестов на могилы, сойдут и на крыльях кресты. Я первый, они под тобою. Я вышел им на перерез. Сбей пламя, уйди в облака, я прикрою. В бою не бывает чудес. Сергей, ты горишь, уповай, человече, теперь на надежность строп. Нет, поздно, и мне вышел мессер навстречу. Прощай, я приму его в лоб. Я знаю, другие сведут с ними счеты, но по облакам скользя взлетят наши души, как 2 самолета, ведь им друг без друга нельзя.
Архангел нам скажет, в раю будет туго, но только ворота щелк. Мы Бога попросим, пишите нас другом в какой-нибудь ангельский полк. И я попрошу Бога, Духа и Сына, чтоб выполнил волю мою. Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою. Мы крылья и стрелы попросим у Бога, ведь нужен им ангел ас. А если у них истребителей много, пусть пишут в хранители нас. Хранить — это дело почетное тоже, удачу нести на крыле. Таким, как при жизни, мы были с Сережей и в воздухе, и на земле. Таким, как при жизни, мы были с Сережей и в воздухе, и на земле. Thank you.